Женский футбольный международный турнир проходил уже в 14-й раз. В этом году участвовали в соревнованиях 8 команд, в их числе и сборная Краснодарского края. После проведения групповых этапов и полуфинальных битв в решающем матче за звание победителя молодежного международного турнира встретились сборные команды России и Белоруссии. В ходе турнира у сборной России поражений не было. На групповом этапе команда дважды сыграла в ничью со сборными Белоруссии и Румынии и одержала победу над командой Азербайджана. В полуфинале россиянки разгромили сборную Ирана со счетом 3-0. Основное же время матча финала Россия-Белоруссия завершилось со счетом 0-0, а в серии пенальти команда нашей страны была сильнее. Сборная России в финал турнира вышла в 4-й раз подряд. Победу россиянки одерживали уже 3-жды. Виталий Мутко назвал победу сборной России на футбольном турнире ожидаемой. При этом вице-премьер отметил, что нужно еще много работать, чтобы догнать ведущие сборные мира. Рената Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.